Они не хотели открыто говорить. Ходило много слухов и домыслов, но все же пришлось признать, в Казахстане вспышка кори. Она сезонная и происходит раз в несколько лет. В Минздраве решили провести дополнительную вакцинацию населения. Планируют привить более 500 000 человек. Среди них впервые оказались 9-месячные дети. Хотя вакцину раньше ставили малышам от 1 года. С чем это связано и какова эпидемиологическая ситуация в нашей области, знает Джинслу Тастемирова. Обстановка с корью вызывает серьезные опасения. Вспышка болезни началась в конце 2018 года. Критическая ситуация в Украине, на нее приходится больше половины случаев заражения во всем мире – 33 тысячи. В соседней России уровень заболеваемости корью увеличился в 13 раз. Настораживает положение и в Казахстане. С начала года в нашей стране зарегистрировано почти 4700 случаев. Из них 197 в Северном Казахстане. Это по данным Управления здравоохранения на 1 апреля. Корь опасна своими осложнениями и очень заразна. Самому высокому риску подвержены дети. Лучшая и пока единственная мера, которая может защитить от инфекции – вакцинация. В педиатрическом отделении первой поликлиники получили дополнительные 700 доз. Помимо кори, прививка защищает также от паротита и краснухи. В связи со вспышками заболеваний кори у нас сейчас пошли очень много отказников. Люди поняли о том, что нужно прививаться для того, чтобы защитить своих детей. И поэтому сейчас, вот, когда мы прививали, значит, были эти вспышки, у нас пошли очень много детей. Тех, кто отказывался от прививок, родители поняли и сейчас идут прививаться с большой охотой. По национальному календарю иммунизации прививку от кори ребенок получает дважды – в 12-15 месяцев и в 6 лет. В 2019 году зарегистрированы случаи заражения детей до года. Поэтому пока в стране существует эпидемиологическая угроза получать первую вакцину. От кори маленькие казахстанцы будут уже в 9 месяцев. Узнав это, Оксана Авдеева поспешила с дочерью в поликлинику. Прививки ставим регулярно. У нас все хорошо. До года мы уже все поставили. Осталось вот только от кори получить. Мы не против, мы только за. Ну, дети есть дети, конечно, кто по-разному переносит. Все как и положено. Сначала согласие родителя на процедуру, осмотр педиатра, а уже после сам укол. Вакцина производства Индии. С ней наши врачи работают уже не первый год. Говорят, эффективно и легко переносится. Иммунитет после прививки вырабатывается примерно месяц. 700 дополнительных доз вакцины получили и во взрослом отделении первой городской поликлиники. Будем прививать медицинских работников до 40 лет и будем прививать контактных в очагах. То есть не всех, а в очагах, если до 30 лет, у которых нет прививок, у которых нет данных о привитости и у кого только одна прививка. У нас есть списки уже, кто у нас подлежит вакцинации. Всего в Североказахстанскую область поступило 10 тысяч доз вакцины против кори. Напомню, иммунизация является единственной защитой от болезни. Врачи предостерегают, если человек не получил прививку, у него есть 100% вероятность заражения при контакте с инфицированным. Жансулу Тастемирова, Адиль Нуржанов, новости МТРК.